непрерывная легализация. Российское правительство стремится к легализации и регулированию криптовалют, передает RT. Как отметил на недавнем финансовом форуме в Москве министр финансов России Антон Силуанов, правительство не будет наказывать людей за использование криптовалюты. Государство действительно понимает, что криптовалюты реальны и нет смысла их запрещать, но есть необходимость их регулировать. Силуанов также указал, что правительство должно сделать из черного рынка организованный. Россия внимательно следит за развитием событий в этой области, особенно на государственной основе.